Друзья, всех приветствую на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал Амаркет, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря очень много макроэкономических отчетов, чего стоит только один релиз по инфляции в США. Поэтому заранее хочу отметить, что крайне важно в таких условиях соблюдать риск-менеджмент, не допускайте максимальную загрузку по всем сделкам, которые есть в вашем портфеле, больше чем 1 к 10. Я здесь имею в виду плечо. Конечно же, должны быть стоп-лоссы, потому что сегодня рынок не останется равнодушным, и данные по инфляции точно станут источником значительной волатильности буквально всех инструментов, которые присутствуют в арсенале трейдера. Мы ждем, во-первых, данные по рынку труда Англии в 7.00 по GMT. И, по сути, можно сказать, что этот отчет будет открывать текущую торговую сессию. Далее в 10.00 по GMT статистика из Европы, темпы экономического роста. В это же самое время показатели ВВП в целом по еврозоне. В 10.00 по GMT еще и выйдет отчет по бизнес-оптимизму Германии от ZU. Ну, учитывая последний слабый макроэкономический отчет из Германии в целом по европейской экономике, я не жду сегодня ничего хорошего от обоих этих релизов. 13.30. Инфляция в США. Вот это, конечно же, самый важный отчет не только текущей торговой сессии, но и, возможно, даже всей недели. Кто-то скажет, что этот отчет будет определяющим дальнейшего вектора американской денежно-кредитной политики как минимум до конца этого года. Поэтому точно доллар сегодня завершить торговую сессию на совершенно иных уровнях, нежели чем торгуется сейчас. Здесь акцент делается на индексе американской валюты. И в 23.50 будет еще отчет по ВВП Японии. Ну, я предлагаю тогда отложить анализ этих данных уже на следующую торговую сессию, когда у нас, наверное, будет возможность снова вернуться к паре доллар-японская иена, посмотреть на те уровни, на которых она будет находиться, и снова прикинуть, стоит ли нам добавлять этот инструмент повторно в наш торговый портфель и искать там какие-то торговые возможности. Давайте по порядку. Индекс доллара. Текущие котировки 105.55. Конечно же, ждем статистику по индексу потребительских цен. По прогнозам ожидается снижение. В октябре показатель инфляции с 3,7% до 3,3%. Более важное значение для американского регулятора имеет, конечно же, базовый индекс потребительских цен, который не учитывает цены на продовольственные товары и энергоносители. И здесь мы не ожидаем какой-то переломной динамики, либо даже нисходящей. По прогнозам, базовый индекс потребительских цен в годовом выражении в октябре так и остался на отметке 4,1%. Причем в прошлом месяце рост был, скорее всего, таким же, как и за месяц до этого, 0,3%. И если делать уже прогнозы о движении доллара на основании базовой инфляции, здесь можно прийти заранее к выводу, что если ожидания оправдаются и инфляция не сдвинется с места, это будет означать, что усилия американского регулятора на данный момент недостаточны, чтобы обеспечить последовательное снижение инфляционного давления на экономику. То есть нужно задействовать какие-то дополнительные инструменты и предпринимать еще какие-то дополнительные шаги. Ну или, по крайней мере, нужно убедить рынок в том, что ставки останутся высокими в течение длительного периода времени. Например, до середины, как минимум, середины следующего года. Что касается основного индекса потребительских цен, то я допускаю, что может быть сюрприз в этом отчете, потому что, ну, лично мой субъективный прогноз, то, что инфляция не снизится так сильно с 3,7 до 3,3%, в лучшем случае это будет показатель 3,6-3,5%. И где-то прям сверхоптимист во мне касательно доллара допускает то, что инфляция может остаться на прежнем уровне, что, конечно же, тогда приведет к значительному росту, импульсному движению индекса американской валюты и, может быть, уже и тестированию сопротивления 107 пунктов до конца текущей торговой сессии. Аналитики Wells Fargo уверены, что доллар останется сильным, крепким, как минимум до конца первого квартала следующего года. И особенно эта динамика будет заметна против евро и британской валюты. Я думаю, что они прежде всего делают акцент на показатели экономического роста. И здесь трудно поспорить, учитывая то, что американская экономика в третьем квартале выросла на 4,9%,
А европейская и английская экономика чудом просто остались балансировать на грани технической пропасти под названием рецессии. И я думаю, что через еще один квартал мы все-таки увидим значения, которые будут доказывать то, что экономики оказались в этих непростых экономических условиях. Вероятность, кстати, рецессии по версии и мнению аналитиков Goldman Sachs рецессии в США составляет менее 15%. Это прогноз на ближайшие 12 месяцев. Причем вероятность рецессии в Англии и еврозоне тоже для такого контраста больше 70%. Я думаю, что здесь тоже вывод очевиден. Доллар останется куда более интересным валютным инструментом. Золото 1944 доллара за тройскую унцию. Меняется рыночный сентимент. Сейчас это уже перекос 36-64, 36%. То есть меньшинство находится в покупках. Как только этот сантимент достигнет экстремальных уровней, о которых мы говорили, 30-70, вот тогда будут идеальные условия для открытия длинных позиций. Поэтому внимательно, друзья, наблюдайте сегодня за золотом. Я думаю, что если мы будем открывать длинные позиции только лишь завтра, мы можем упустить хорошую возможность. Ну, в общем, держите руку на пульсе. Инструменты анализа рыночных настроений у вас есть. Дальше по финансовым инструментам. Евро против доллара 1.0696. Сегодня ждем показатели ВВП еврозоны. В третьем квартале ожидается снижение на 0.1%. Это как раз и будет означать, что экономика ЕС оказалась в рецессии. Индекс бизнес-оптимизма ЗЮ, думаю, что так и останется на отрицательных значениях. Нет предпосылок для какого-либо роста. Напоминаю, что согласно последним комментариям главы Европейского центрального банка Кристин Лагард и, скажем так, вице-президента Европейского центрального банка Луиса де Гиндеса, экономика будет слабеть до конца этого года. И то, что сейчас в третьем квартале мы увидим значение минус 0.1%, это еще цветочки, потому что думаю, что основной спад придется как раз на конец этого года. Британская валюта 1.2270, цели долгосрочные не меняются. Я думаю, что пара перейдет к поддержке 1.20. Сегодня не жду хороших данных от рынка труда. Напомню, что в сентябре показатель занятости составил 24 тысячи. Это очень мало. Допускаю, что в октябре ситуация могла ухудшиться настолько, что занятость окажется на отрицательных значениях. Темп роста заработных плат остается высокими, что подстегивает повышение инфляционного давления или, по крайней мере, сохранение инфляции на высоких значениях. Настолько высоких, что она оказывает значительное негативное воздействие на экономику в целом. По уровню безработицы также допускают, что есть вероятность роста с 4,2% до 4,3%. Поэтому логичной первой реакцией британской валюты до выхода еще данных по инфляции в США на макроэкономическую статистику из Англии может стать снижение. Австралиец против доллара. Пока ожидания по росту сохраняются. Цель 0,65, прежний целевой ориентир на фоне прежнего решения Резервного банка Австралии поднять процентную ставку и обозначенных высоких инфляционных рисков, которые могут заставить Резервный банк Австралии увеличить ставку до 4,55%. Ждем также еще статистику из Китая, которая выйдет завтра утром, еще до начала моего следующего брифинга, по рыночным продажам и промышленному производству. По прогнозам, скорее всего, в этот раз данные не разочаруют. Промышленное производство в годовом выражении может остаться на отметке 4,5%. Это хороший рост. А что касается рыночных продаж, то они в годовом выражении могли вырасти в прошлом месяце с 5,5% до 7%. Доллар канадец, друзья, были вопросы по поводу того, что будет с этим дуэтом валютных активов в текущих условиях на контрасте того, что неплохо все складывается для американской экономики и где мы получаем сигналы того, что высокая процентная ставка не приводит к замедлению экономического роста, в канадской экономике все иначе. Занятость ранее на основании данных, которые вышли, снизилась до 17,5 тысяч. Рост это в 4 раза хуже, чем было 2 месяца назад. Уровень безработицы вырос с 5,5 до 5,7%. Проблемы на рынке недвижимости, проблемы с активностью в промышленном секторе. Поэтому я считаю, что здесь напротив можно сделать вывод, что ставка 5% оказывает серьезное негативное давление на экономику, в отличие от того, что происходит в США. И путь наименьшего сопротивления для пары доллар-канадец – это движение в район отметки 1.3940. И рынок нефти. Восстанавливаемся и растем почти 83 доллара за баррель текущей котировки. Рынок отреагировал
такой порции позитива после пересмотренного прогноза ОПЕК касательно роста спроса на нефть в этом году. Он был повышен до 2,46 миллионов баррелей, это примерно на 20 тысяч баррелей лучше, чем прошлая оценка. И, конечно же, все уже ждут заседания ближневосточного картеля, которое состоится в конце следующей недели. Допускаю, могут быть дополнительные меры по сокращению квоты и объемов нефтедобычи, что, конечно же, подстегнет еще больше ралли нефтяного рынка. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!